Привет, ребята! С вами Сани! Мы на канале Мисс Сани! Привет, друзья! У нас сегодня настроение отличное! У нас сегодня по телеку показывают, как в городе зажигают елочку, но мы еще не очень здоровенькие, вот поэтому и сегодня еще не... Да, Саня идет во вторник со своими одноклассниками в бассейн, да, Саня? У меня будет 2 урока, можно? У нас, короче, сегодня суббота, мы дома одни, уже у нас вообще темно, если видите. Мы очень вкусненький такой пирог выпекли вдвоем, Саня, сейчас покажу. И какао. А, и пили какао, да, с пирогом, сейчас покажу. Вот, какой, смотрите, угощайтесь, очень вкусненький. Тут и яблочки, и малинка. И, да, и Саня вот пила вот это вот какао. Кстати, совсем ничего, рекомендую. Я еще его не допила, все, вот у меня, вот оно, супер. Короче, вот такой вот натюрмортик. Ну, кто это у нас сегодня такая злая-призлая все время? Никто не снимает тебя, да, иди к нам, я тебя сниму. Молодчинка. Ну вот, короче говоря, Саня, чем занимаешься? Давай, покажи. Ну, давай, покажи, что ты такое красивое. У меня есть такая разукрашка. Подожди, давай я сяду с тобой рядышком. Осторожно. Встань. Ой, всё. Ну-ка. Ну вот, у меня есть вот такая разукрашка. Да. Вот тут мое имя. Да, фамилия. Да. Вау, как красиво! Это все я. Это видишь, сказочный мир какой-то у тебя разукрашек. Ой, ну тут смотри, какие детальки всякие. Тут нужно все. Я сейчас покажу. Я там есть, который разукрасила. Да. Да. Вот. Вот, тут вот такое. Ой, да. Тут вот хомяки. Разбойники. Вот пьют. Ой, какой. Ой, прям как мы сегодня, да. Саня, скажи. Вот, смотрите, тут есть замок такой вот. Вот. Ой, какая красивая принцесса. Тут вот сегодня. Давай покажу сейчас, подожди, я вот так вот сделаю. А, как красиво, улитка ползет, да? Да. Ну, кто это такой? Это о, я рыбка. Начала. Это, кстати, на нашу рыбку золотую, да, похоже, да? Вот, это еще не закончила. Угу. И вот здесь дельфинчик. Да. Так. Вот, и здесь. Вот так. Красиво. Ну, что? И вот здесь, ну, очень что? Мило. Да, сейчас, Аня, что? Ну иди к нам, иди, карапуз. Сейчас, Аня, его. Опа, давай, еда. Да. Давай, Ксане, давай, беги. Ах ты, карапуз ты, ох ты, карапуз ты. Осторожно, мой пенал там закрыт? Мне кажется, да. А давай, Саня, знаешь, что сделаем? Давай я иду одену какие-нибудь там тапочки и включим вот это разноцветное такое гирлянду на весь дом. Все равно уже, да? Уже опа, декабрь. Давай, Саня, давай попробуем. Да, конечно! Там Дед Мороз был. По телевизору, да. Ну, сейчас я пойду посмотрю, хорошо выйдет ли у меня. Дед, да, Мороз. Да, я вижу. Аря, ну иди к нам, иди, у нас сегодня она бедолага, несчастливая какая, вся девочка она. Я могу показать, как я с Пиписом танцую. Ну давай. Оп, давай. Сейчас. Ой, Саня, у нее ножки не все же. Саня, ну что это такое? Почему у тебя ножки? Ну все, вот, они, смотри, вдвоем сейчас сядут и буду смотреть телевизор. Сейчас мы их. Саня, Арка, она сегодня тебя. Саня, она тебя сегодня обязательно укусит. Ты увидишь, я тебе говорю. Я тебе обещаю. Ой, пролазит, Саня. Пролез. Точно пролез. Я тебе говорю, пролез. Пипи, фу, нельзя сюда. Нет. Саня, ты давай иди ко мне вот так сюда, садись и его пропусти туда. Саня, давай, ну иди, да, оттуда. Пипи, иди к нам. Иди ко мне, Пипи, вот сюда, вот так. Ой, ну да, сегодня у нас, конечно... Не надо, не лезь к нему. Все хорошо, все. Фу. Все, не будем лезть. Нет. Что ты так...
У нас, видите, уже все, вот смотрите, у домов, если видно, видите, такие контуры. Вот у нас в доме есть такая же вот вещица. Я хотела бы тоже так же сделать, но... Не... Укусил? Нет. Пипи, иди ко мне. Прижался. Пипи, иди к нам. Пипи. Пипи, эй. Иди. Ну и пусть здесь сидит на этом пледике, Саня. Мы сегодня сделали уроки, чтобы нам завтра не было ничего уже. Да, и мы, может, завтра идем, да. Соседям. Бывшим соседям, которые тут жили, да, и нас позвали в гости, потому что у них там уже новый дом, вот они хотят нам это все показать, и мы очень будем рады. Вот поедем завтра, посмотрим в гости, да? Саня, не будь другом, не лезь к нему, хорошо? Вот, смотри, смотри. Я, да, я вижу, там красиво очень все. Ну, жалко, что мы не смогли сегодня. Но там Пипи, Пипи, хороший, все. Там ну, у нас сегодня холодно. Какие-то у них не такие настроения. Ну, все, все, все. Там все, очень перестаньте, холодно. Перестаньте, хороший. Наверное, там очень холодно. Ну, не тепло так точно, Саня. Ну, расскажи, какие уроки сделала? Все, которые сдавали. Покажи свои ногти. О, бриллиантик. Да, я сделала себе красивый маникюр. Новый маникюрчик. Такой вот, видите? Вот на этом ногте, видите, какие красивые. Тут у меня такие, это кристаллы Сваровски. Я нашла на Facebook, там на страничке такую хорошую очень маникюрщицу, которая этим делом занимается. Но это вообще-то, не знаю, это, наверное, не на детском опять канале. Я уже боюсь даже об этом и говорить. Скажи, Саня, да? Тебе страшно, чтобы потом... А знаешь, что здесь есть темы? Ну, например... В этой книжке, да? Ну-ка. Ну, например, есть пони, да, тема. Угу. Вот. Ой, бабочка какая красивая была. Ты ее не показывала мне, вот эту бабочку. Это... Ой, какая красавица. Я сейчас покажу. Вот здесь начинается такой вот такой мир. Вот, видишь? А, русалы. Русалы. Мир подводный. Потом начинаются динозавры. Драконы какие-то я вижу, да, динозаврики. Вот, дракончики. Потом тут феи. Потом вот здесь начинаются эти, лошадки. Единороги. Единороги. Вот здесь единорог. Ой, какой красивый. И вот здесь. Да, я вижу. И вот супер, здесь. Супер, Саня. Очень красиво все. А вот на... И все. Вот так называется. Да. По-русски это было бы, знаешь, как... Волшебная... Поездка. Поездка или волшебное путешествие, наверное. Да. Вот так вот было бы, знаешь, по-русски. Да? Красиво очень. Суперски прямо. Мне очень нравится. Сказочный мир. Разукрашивание книга. Супер. Ну, Арка, ты сегодня, конечно, злая-призлая у нас. А можно на детском канале показывать с телефона? Ну, я не знаю. Может, можно. А уж это же нет никакой какой-то такой... Ну, как бы, что-то такого. О, смотри, Мишка танцует. Красиво очень у нас. Как у вас в городе, в комнате, в этих комментариях нам обязательно напишите, начались ли уже гуляния эти под Новый год, что у вас происходит, какие у вас елки, что вы уже, или, может, кто уже дома уже и на да, елку поставили, и может, нарядили. Или у вас настоящая елка, или искусственная, да? Мы никогда искусственную не любим, мы любим настоящую, потому что чтобы был запах такой вот новогодний дома, да? Осторожненько, Саня, осторожненько, друг, осторожненько, хорошая. Ну что, на этой хорошей ноточке такой мы, наверное, и сделаем
сделаем всем привет, да, скажем всем, что спасибо, что смотрите. Мы в шоке от этих правил новых Ютуба. Мы вообще не знаем, у нас вообще очень много роликов заблокировали, прямо очень много. Да, мое день рождения и то. И даже праздник бабушек заблокирует. Так наша баба Мария Семеновна вообще в шоке, говорит: Вика, что это такое? Короче говоря, и мы никак Вика, не находим. Моей мамы имя. Да. Мы никак не находим, где вот сколько Макс на своем канале там немножко рассказал. Еще это Николь, как она, Саня? Мисс Николь, вот эта гимнастка. И все, и больше я вообще даже не знаю. Ну все, давайте, друзья. Давай, Саня, ставим лайки. Николь Крейзи. Подписываемся и всем пока-пока! Пока-пока-пока-пока-пока!